Русское географическое общество представляет. Их называют европейской амазонкой. Эти болота – одни из самых крупных в Европе. Общая площадь – 2,5 миллиона гектаров. Запасы торфа тут огромные – 30 миллиардов кубических метров. Богаты болота и ягодой, клюквой и брусникой. Изучать системно их начали в конце 19 века. Какой русский военный геодезист возглавлял первую научную экспедицию по этим местам? И каково их название? –